Всем привет! Сегодня у меня распаковка. Получили с Озона заказ. Заказ дорогой. Это наша первая такая дорогая по стоимости покупка. Сейчас мы ее распакуем, и я вам покажу, что это такое. Вот здесь маленько, вот здесь помято чуть-чуть, видишь, да, уголочек. Вот уголочек помят. Вот как они это делают. Вот здесь открывается. Так, ну, друзья, вот тут написано, это саундбар к телевизору с сабвуфером вместе. Дело в том, что телевизор, которым я пользуюсь сейчас в спальне у нас стоит, у него звук, ну, у Филипсов, да, это проблема со звуком всегда. Вот он, этот маленький наш телевизор. Он для кухни у нас предназначался, но пока он у нас здесь стоит. Мы пока в поиске, выбираем, какой выбрать, какой купить. Поэтому пока он стоит здесь. Вот, ну, звук у него, еще раз скажу, очень-очень не слышно, когда вечером. У меня еще компьютер здесь работает очень шумно, и мне не слышно. И поэтому мы приняли решение купить вот такую систему, аудиосистему, которая будет усиливать звук и улучшать его качество. Так, ну вот коробочка. В ней пульт управления, адаптер, который вот, ну, электрический, к сети подключаться. Так, провод какой-то, ну, вот такие проводочки. Так, что еще? Еще что-то. Вот не это ты имеешь в виду? Так, ну вот. Это большая колонка. Она стыкуется. Вот. Сейчас я разверну. Вот фирма Гинзу. Так. Ага, вот тут ножки стоят. Вот там ножки под низом. Вот здесь вот, видишь, ножка? Вот ножка. Ну вот как-то делает. Ну вот что-то тут в пакетике, посмотри. Может, это для этого. Вот гарантийный талон. Но на нем дата покупки нет. А как, и чека тебе не дали, да? И дата покупки не отмечена. А как это оно будет действовать? Вот этот гарантийный талон. Саундбар, акустическая система. С проводным сабвуфером. А, ты поставил его уже? Ну вот, друзья. Сейчас я подойду. Вот сабвуфер. Такая колонка хорошая. И вот телевизорик наш. Вот такие у нас обои. И вот, помните, я показывала вам часы Сималенда. Прям видите, как в тему они хорошо так смотрятся. Это у нас ремонт свежий. Мы делали буквально, когда мы делали, месяца два назад, да? Да, Саша, это так? Угу. Ну вот так, пока мы сейчас расположили, сейчас муж изучит, как что здесь подключается. Ну вот так оно будет стоять. Правда, я увлажнитель уберу отсюда в какое-нибудь другое место, как бы там не надо, чтобы он был. Вот. Выбирали долго, сначала начинали с дешевого. Я такая люблю поэкономить, короче, где есть возможность. Ну, конечно, телевизор надо другой, но ничего, пока такой есть. Так что у нас хорошее приобретение, дай бог оно будет работать. Сейчас муж подключит, и я вам еще покажу, как все, как будет в действии.
Продолжая тему, пока у нас все застопорилось. Дело в том, что мы не подумали о том, как соединить телевизор и саундбар. Посмотрели, в телевизоре нет проводов, при нем тоже нет никаких проводов, которые какой-то оптический оптикабель, в общем, который соединяет связь между телевизором и новым нашим приобретением. И еще какой минус, если телевизор, видите, мы подняли, когда телевизор стоит на тумбе, то сигнал на телевизор закрывает вот этот саундбар. И поэтому вот пока вот так наколхозили, достали старые колонки от компьютера и поставили. Ну, будем что-то думать, надо какую-то полочку. Ну, а если мы приобретем телевизор побольше, то, естественно, телевизор у нас пойдет на стену крепиться, а под ним прикрепим тогда это. Так что пока временно, наверное, ничего менять не будем. Ну, провод мы уже этот заказали на том же Озоне. Саундбар мы, как я повторю, мы брали на Озоне. Вот. Ну, пока стоит. Вот придет, уже завтра придет. Муж пока на работе, отработает, съездит и получит. Кабель, этот оптикабель недорогой, 375 рублей стоит. Вот. Но длинный мы взяли. Там можно и подешевле взять, но он будет короткий. Но мы на всякий случай, вдруг мы где-то что-то захотим куда-то переместить. Ну, чтобы было... На это было у нас. Ну, в общем, вот так. Пока все стоит. Пока показать в действии не могу.